Всем привет! В этом видео мы хотим поделиться с вами, как же мы сделали фартук размером во всю стену. Взяв за основу идею в Инстаграм, мы решили воплотить ее на нашей кухне. В наш лофтовый интерьер она вписалась идеально. Получилось очень креативно и интересно. Верхних шкафов у нас по проекту не было предусмотрено, поэтому мы решили эту стену разнообразить, чтобы она не выглядела скучно. У нас тут идет творческий процесс. Рисуем эскизы будущих картинок на стене. Плохо видно почему-то. Ну вот здесь вот уже очертания есть Микки Мауса. Вот шаблончик я нарисовала, вырезала. Сейчас вот у меня Уолт Дисней прет. Но вообще у нас много всяких эскизов распечатанных, и мы их воспроизводим в более крупном масштабе теперь на стене у нас. Разные картинки будут совмещены на одной стене. Вот. Так что у нас творчество... Ну, вот в таком стиле будет заполнена стена. Так что у нас пошел процесс. Вот маффин будет, майфун. Но вот этой вот кухонной стене у нас будет все это изображено. Там ее забрали сразу же. Тишина. Таня приступила к Бибиду и Баткину, да, Тань? Ага. Они же помесь криминального чтива. Там Траволта и... Как этого актера звали? Сэмюэл Джексон. Таня Сэмюэл Джексон, он же Батхи, да? Это Батхи же? Да, фиг знает я. Нет, ничего. Еще круто. Процесс идет у нас. Тихо, так не особо не делать. Я думаю, на зубах надо штриховку сделать. Ну, на зубах я сделала еще не это. Не дошла до них. Вот такой процесс у нас. Вот такие карты дьявольские у нас уже на стене есть. Не понимаю. Ты чё, мою матершину на видео снимаешь? Молодец. Ну я что, с тобой согласна полностью. Неровный получается, что мне рука в стол упирается. Ничего, оно потом сравняется, вот как здесь будет хорошо. Для пущей креативности я наклеивала на стену кусочек малярного скотча. Я рисовала поверх него рисунок и затем убирала малярный скотч. И таким образом на рисунке оставалась незакрашенная полоса. Эту идею я также посмотрела в Инстаграм. Наносить сам рисунок мне помогал шаблон. То есть я брала
распечатывала с интернета нужный мне рисунок, затем переносила его в нужном мне масштабе на лист бумаги карандашом. И затем вырезала из этого шаблона уже необходимые мне элементы, прикладывала к стене, обрисовывала простым карандашом. Таким образом я переносила на стену масштаб, а затем уже вручную при помощи маркера я рисунок этот дорабатывала. Бивис и Батхед будут забиваться черным, просто мы решили фломастеры сэкономить и забить краской. Краску надо купить. А, что рисуешь? Золотое сечение, да? Да. Что, нормально думаешь? Давай подрисуем побольше, подлиньше. До колен, давай. Ну, такое нормально, да? Пойдет, в принципе, в спокойном состоянии. Пойдет. Как-то он страшненький, поэтому не важно, что там. Ну, так-то да. Размер не имеет значения, да, в этом случае? Ну, так-то это стандартный человек, в принципе, так-то. По теории. Ну, так-то да. По теории, то есть золотое сечение Леонардо да Винчи. Писюн. Писюша, да, нормально? А как вы проводите вечера? Время 10 вечера я сижу. Да так-то уже. Я сижу на столе. Это уже половина 11-го уже. Чтобы быть точным, вот так. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. А как вы проводите вечера? У нас Аня рисует. На хуторе, близ Диканьки. У нас Аня рисует. Саша в инстаграме. На стене. В ютубчике там. На стене рисует просто. Конечно. О, Гриша хорошо сфоткался ты. Угу. Что, не дорисовываешь? Да, уже почти. Картину мира? Получается. Угу. Золотое сечение. Капец, у нас стена. The wall. Там били сюда. Точно, the wall. The wall. Надо кирпичей пару штук нарисовать. Написать the wall. On a brick in the wall. Вот дата. Числа. Число даты. День, дата. День нашего переезда в это. В эту панк-хату. Реально панк-хата. Потому что Саша панк. Просто здесь воплощены все фантазии. Да, нет? Все, что хотели, все сделали. Да? Ну, почти все. Еще доделываем. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, похоже. У чувака башка, как у медузы Горгоны только. А, кстати, да. Нормально. Это нормально. В целом, на рисование рисунков на этой стене у меня ушла примерно неделя. Я рисовала в какие-то дни прям целый день, в какие-то дни уже вечерами, потому как отпуск закончился. Вообще сам процесс очень увлекательный, творческий. И рисовать на своей стене у себя дома, конечно, это огромное удовольствие. Особенно, когда ты видишь результат, какой он получается, ты понимаешь, что ни у кого больше такой стены не будет. Для тебя это вдвойне приятно получается. Это не видно. Не видно, да? Ну ладно. Это Бивис или Батхед? Бивис. Бивис, да. Короче, Бивис — это Джон Траволта. В нашем случае. Типа, короче, закос под криминальное чтиво. А Батхед — это нигер. Как его звали, Ань? Самуэль Джексон. Самуэль Джексон, да. Короче, стена красится. Ну, это уже последние штрихи, можно сказать. Плохо видно, надо днем. Надо днем снимать. Баксы нарисовать. Что? Баксы? Баксы, кругляшок, сверток, да? Да, ну нет. И кости. И кости надо здесь нарисовать еще.
все, закончила я со стенкой, покрыла матовым лаком. Рисунок после этого стал более выразительным и четким. Все, сюда теперь можно лить воду бесконечно и мыть.